Здравствуйте, мои хорошие, рад видеть всех на канале Гороскоп. Прогноз у нас для стрельцов на 23 год. Желаю вам приятного просмотра, да чего уж там, поехали. Весь 23 год будет насыщенным сюрпризами и событиями. Он научит ставить перед собой цели и добиваться их во что бы то ни стало. Это время прекрасно подходит для карьерного роста стрельцов. Свои шаги следует тщательно продумывать, тогда рост появится намного раньше. Насыщенное лето принесет много новых и выгодных для бизнеса знакомств. Вы уж поверьте. Любовь. Стрельцы не останутся в одиночестве, хотя и особого внимания от противоположного пола, увы, не будет. Существующие связи будут крепкими, об этом не стоит волноваться, но семейным стрельцам лучше держать свои эмоции под замком спокойствия и мудрости, тогда близкие люди не захотят провоцировать ссор и скандалов. Здоровье. Сложно определить тенденции самочувствия на самом деле. Астрологи советуют поберечь мочеполовую и репродуктивную систему. Интенсивная работа принесет нервное истощение ближе к лету, поэтому желательно запланировать отпуск подальше от дома. Смените обстановочку, скажем так. А к осени поднимется настроение вместе с ним и общий тонус, и, конечно же, скаканет иммунитет. Денежная сторона вопроса. Амбициозные планы сложатся как нельзя лучше. Стрельцы будут стремиться решать рабочие вопросы самостоятельно, но звезды говорят, что лучше обратиться за помощью к единомышленникам. Прибыль будет напрямую зависеть от слаженности комплекса действий команды. Так-то. Вот такой коротенький прогноз у нас получился. Спасибо, хорошие мои, за внимание. Жду поддержки. Ну и желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока.